Агарип бразильский, грипп Агарип бразильский в настоящее время приобрел особую популярность в медицинской практике многих стран мира благодаря своему уникальному составу. Это сенсационное растение признано учеными уникальным и эффективным в онкологической практике, поскольку в его составе содержатся ценные полисахариды, бета-глюканы. Последние оказывают ощутимый противоопухолевый эффект, стимулируют иммунную систему организма для борьбы с ростом раковых клеток. Агарип бразильский в государственной фармакопее РФ не числится, но его полезные свойства широко применяются в официальной и народной медицинах стран Востока, Америки, а теперь и Европы. Агарик выпускается в виде сухого водорастворимого порошка, капсул измельченного сырья. Используется для приготовления различных биологически активных добавок широкого спектра действия. Агарик бразильский – низкокалорийный продукт, способствует очищению и похудению организма, избавлению от холестерина. Нормализует обмен веществ, предотвращает повышение уровня глюкозы в крови. Употребляя внутрь экстракт гриба агарика, при этом не нарушая диетического питания, можно добиться ощутимых результатов похудения, до 5 кг в месяц. Химический состав. В составе гриба агарика бразильского найдены молекулы полисахаридов, бета-глюканы, альфа-глюканы, Д-глюканы, нуклеиновые кислоты, ксилоглюканы, пептидоглюканы, большое количество эргостерола, противоопухолевых липидов, линолиновую, алоиновую, пальмитиновую и пальмитолоиновую кислоты, натриевый пироглютамат, сахариды, бета-каротин, пироглютаминовая аминокислота. Среди всех тестируемых грибов агарик содержит наибольшее количество бета-глюкана, противоопухолевого полисахарида. Специфический запах грибу придают бензальдегид, бензиловый спирт, бензонитрил и метилбензоат в составе. Применение в народной медицине. Гриб агарик бразильский, о лечебных свойствах которого знали издавна, используют в народной восточной медицине. Особенно ценится агарик в онкологии, так как он активно выводит продукты распада раковой опухоли на различных стадиях, даже в состоянии некроза. После химиотерапии агарик нормализует работу печени и восстанавливает микрофлору кишечника, не вызывает аллергических реакций. Спиртовая настойка агарика или водный настой измельченного гриба применяется с профилактической и терапевтической целью при онкологических заболеваниях на разных стадиях, при ожирении, сахарном диабете, заболеваниях печени, гепатит, цирроз. Агарик бразильский используют при лечении хронических заболеваний кишечника, желудка, почек и мочеполовой системы, также при заболеваниях лимфы и крови. Помогает грипп и при аутоиммунных заболеваниях, системной красной волчанке, полиартрите, склеродермии, рассеянном склерозе, энцефалопатиях и эпилепсии. Особо ценится агарик в онкологии. Его применяют с терапевтической целью в гинекологической практике, при полипах, эндометриозе, миоме, фибромиоме, воспалении придатков, при различных половых инфекциях, а также грибковых заболеваниях, микозах, кандидозе, которые зачастую являются довольно частыми осложнениями химии либо лучевой терапии. Агарик бразильский в виде отвара или спиртовой настойки применяют с целью похудения, поскольку гриб активизирует обмен веществ. Противопоказания и побочные действия. Применение агарика не рекомендовано женщинам во время беременности и лактации, при индивидуальной непереносимости. Противопоказания агарика бразильского распространяются на детей до 18 лет, которым применение гриба и препаратов из него категорически запрещается. На этом все, до скорой встречи, подписывайтесь на мой канал.